Ребята, всем привет, с вами Александр. Ну и судя по моему голосу, вы поняли, да? Я простудился, и потому как бы не мог снять вовремя видео с обновлениями. У нас уже, в общем-то, вольер рапторов отремонтировался, как вы, короче, видите. Новые моды помогут улучшить боевые навыки любого существа. Все игроки с усилением получат по контейнеру модов. То есть мне должны дать контейнер, потому что у меня было много еще неиспользованных модов. Посмотрим, что мне там дадут. Ну, на вкладке сообщества я, в общем-то, рассказывал, что эти моды теперь просто усиляют атаку, усиляют здоровье. Ну, в общем-то, сейчас будем разбираться, да, что там у них конкретно изменилось. И у нас есть вот знакомство, кстати. Прикольно. А там был еще турнир один, как-то бесплатные эти моды. Подождите, я вот тут... Вот, давайте вот пойдем сюда. Сейчас мы как раз испытаем эти наши моды. Точное число модов x3. Ну, сейчас пойдем. Добьем давайте вот эти вот, типа, обучалку. Я прошел два первых боя. Первый бой улучшал атаку, второй улучшал здоровье. А теперь моды улучшают боевые параметры, способности ваших существ. Нажмите на него, а затем на мод. Вот. Кровожадность. Ну, а, блин, а, не дали мне выбрать... куда раз кому что отдать, короче. Но это пока обучалка, ладно. Так, у спинича усилена атака 107 плюс 16. Ну, теперь стало похожим на то, что в Jurassic World Live, как я и говорил. Ну давай, спини. Ой, блин, хотел в 3 в атаку поставить, но ладно. Блин, что-то мне кажется, что громковато. Так, ну время теперь поедать его. Раз, два, три, его хватает, 4. Ну, давайте попробуем 4. Так, и да, кецеля мы съедаем, это хорошо. Так, трапиогнат. Прикольный такой. Давно его не видел, особенно у себя в противниках. Но прикольный такой, какаду. Доисторический. Так, ну и, в принципе, тут все по изичу. Заглянем еще тоже в вольер раптора, посмотрим, что там оно как. Так что я еще, короче, ничего не видел. 2 дня пролежал с температурой. Ой. О, потому еще как бы не шарю. Че там да как? И, блин, оно уже как бы. Можно и было бы еще чему-нибудь нас научить. О, это снижение урона. Отвлечение, а что. Ух ты! Вот как она работает. О, прикольно, я понял. Ну, как-то не шибко, короче, это нам помогло. Ну, он все равно намного сильнее нас. Но это типа позволит нам выдержать, что ли? Ну да. А так бы, короче, нас он убил. Ну такое, я скажу, это совсем ненадежный вариант. Я бы на такое как бы не особо рассчитывал. Какой красивенький Димитродончик. Кстати, тоже Нокс просил удалить одно обновление Windows. Типа, после этого он должен начать работать лучше. Вроде как стал чуть пошустрее. Используйте разные сочетания модов и существ, чтобы собирать лучшую команду. Ну, допустим. Ага, нет. Птерозавр, терезинозавр. Не, все-таки терезинозавр и 2 летуна. Моды. Так, подождите. Они по порядку тупо, да, вот. Здоровье. Тебе силу урона. А тебе отвлечение. Ну, давайте так попробуем.
Почему Терезинозавра я поставил первым? Потому что я его буду приносить в жертву. И ему кроме здоровья ничего не надо, чтобы продержать подольше. Закалка. Прикольная такая арена, да? Битва! О, ну косарик, да, нормалек. В принципе, нет смысла атаковать. То есть, если я буду менять существ, будут меняться, естественно, усиления, да? То есть, если я сейчас подменюсь на Диморфодона, то снизится урон микропозавра. Но это нам ни к чему. Ну, давай, 3 балла, атакуй на 3, молодец. Так, ну сейчас птерыч тут все распетляет. И получается, 2 улучшения на одного динозавра нельзя повесить. Атака на 2. То есть сейчас мы его тоже быстренько разберем. Так, а ну-ка, раз, два, 36, у него 25, да, хватает. Пробиваем за 2 удара. Приназух. Атака на 3. 1 балл у него остался, так, 148, а сейчас сколько станет? Еще уменьшится даже урон. Минус 44. Так, ну вот так вот, короче, это все работает. Но сейчас нужно узнать, какие вообще есть варианты. Получается всего 3 варианта. Здоровье. Так, увеличивает урон на 15, то есть они еще разные процентовки, наверное, будут, да? Здоровье 15. Так, устрашение, а та фигня у нас отвлечение называлась. Здесь на 10, здесь на 10, единство. Да, то есть они также есть разные проценты. Но они сделали эту систему более простой, как по мне. Так, вы открыли новый этап эксперимента, события, моды, моды, глава 2. События с редкими модами. Вот, короче. Да, ну тогда мы туда сейчас пойдем, да. Давайте заглянем сюда. Блин, 2 дня не заходил вообще в игру. Так. Давайте сюда заглянем. Завершите все обучающие события с модами и откройте новый вольер. Ах ты ж, ё-моё. То есть это редкий, потом будет супер редкий, и потом еще легендарный. То есть это за одну серию мы не вложимся. Ну ладно. Ух ты, берсерк есть еще, есть усилялка, которая одновременно улучшает и то, и то. Но вот эти вот усиления, которые сейчас появились, они легче. То есть они как в Jurassic World Live. То есть, ну, проще понять, что ты можешь там увеличил здоровье, либо увеличил атаку, чем вот это вот. Думаю, наверное, многие просто жаловались, что не понимали, как правильно пользоваться усилениями, типа щит, там, добавить перенос очков, там, сжечь текущие очки или сжечь будущие очки у противника. Это, короче, такой более детский вариант. То есть то было даже поприкольней. Это попроще. Так, берсерк. Вот так вот. Ну тут можно просто атаковать. Ну вот и все, он нас проатаковал на 1, значит похоронил себя. А может и нет. А может и да.
Ну, посмотрим, мне кажется, теперь это как бы стало проще, проще для понимания. Больше игроков, точное число модов X3, ух ты. Ну, посмотрим. Да. Так, выбираем двух существ и выбираем два мода. Увеличить атаку. Нет, сначала здоровье, потом атака. Хотя, блин, оно это нужно запомнить, что в какой процентовке дает. То есть какая картинка дает плюс 10, какая плюс 15, а там, наверное, еще что-то помощнее есть. То есть обычные усиления имеют один эффект, а потом эти редкие типа имеют, может быть, комбинация эффектов. Ну, накопим баллы, потому что там хищник идет у противника. Ну, мой любимый трицератопс 40-го левела, красавчик. Как вулкан. Так, ну я не думаю, что он поставил 4 балла в защиту. Вот, идеально. Минус диплокул. Диплокаул. Так, 6 баллов, атака на 4-5. На 4? Ах, ну, неправда. Ну, почему он атаковал так мало? Блин, у меня атака вообще нищебродская, 35. Но этого хватит. Вот так вот, прикольно. Юторапторы, всякие колобаринхи. Где бы я еще посражался с такими? Так, давайте соберем еще вот эту штуку. Идем дальше. А это что такое, пронзающий укус? А можно, о, во, какие приколы у нас тут есть. Даже если атака вашего существа заблокирована, она наносит 40% урона. А это пробитие сквозь щит. А точно, вот я сразу вам сказал, что будет похоже на Jurassic World Alive. Это тупо содрано с Jurassic World Alive. Атака сквозь щит. То есть это критический удар в обход брони получается. Плюс 40% урона еще и в обход брони. То есть тупо собираешь там 2-3 балла и атакуешь. И не обращая внимания на то, сколько баллов и сколько могло бы стоять в защите. Очень прикольно. Ну вот все, то есть я его пробиваю. Проходит 3. А как эта фигня? Подождите. Почему она не сработала? Кто-то мне может объяснить? Там же написано, что сквозь броню. Чё-то я не вкурил. Вообще не въехал. Ерунда какая-то. Так. Давайте вот так. Нет, не, все-таки вот так. Вот так и вот так. Еще раз давайте читать. Даже если атака вашего существа заблокирована, ну как, ну наносит 40% урона от атаки владельца, если противник заблокировал атаку. Я не понимаю, как оно должно работать.
То есть, если у меня удар 90, мне сквозь щит должно проходить хотя бы минимум 40%. Но оно нифига не прошло. Мне прошло ровно 83. Непонятно. Непонятно. Давайте продамажим. Он должен подмениться. То есть, ну, это противники у нас не используют усиление сейчас в учебке. Пока живем. На один, ха-ха-ха. Ну, раз на один, то, наверное, я подменюсь. Подменюсь все-таки, наверное, на травоядного. Блин, два. Ну и прошло ровно 106. Как эта херня работает? Так, проатаковал на все 6. Так, атакую на 1. 1, 2, 3. Блин, 4 поставлю в защиту. Этого я ожидал. Так, ну теперь хотя бы такая штука есть. Защищать бессмысленно. В принципе, надо было еще один в атаку балл сделать, и он бы меня точно был вынужден бы атаковать. Если бы у меня было 3 балла оставалось, он бы меня проатаковал 100%. Так, ну а теперь давайте так. Ай, какой красивчик. Красавчик гигантозавр. Так, редкий набор. Увеличивает показатель атаки всех союзников на 100%. Это имба какая-то. Отключает мод вражеского существа. Так, что-то оно не стало, как-то, мне кажется, уже проще. Повышает показатель атаки на 40% и снижает здоровье на 25%. Печальная штука. Так, ну, дальше мы не пойдем. Давайте сюда заглянем. А, ну тут видно, какие моды использованы, да? Вот что у меня есть. Вот такие моды есть у меня. Так, ну ладно. Давайте сейчас мы попробуем. Так, ну нужно взять кого... А, слабых. Каких слабых? Они тут ядреные. Так, Метриофадон.
он подменится на этого парня. Блин. Ну вот так. Мод. На первого возьмем кого? Но если он подменится, пусть усиление не работает, мы принесем его, скорее всего, в жертву. 10%. Устрашение снижает показатели атаки всех вражеских существ, существенно 10%. А, вот так можно подключать. Да. Ну, давайте вот так, что ли. 400 тысяч за бой, неплохо. Так, а кстати... Альфа! Блин, ну я его за один удар не пробиваю. Чё происходит? А, это у него групповые усиления. Короче, она все равно не вкурил, как она работает. Одно наложилось на другое, это еще надо пол жизни потратить, чтобы понять, какой у них приоритет. Моя отмена ни хрена не отменила. По итогу. Ну вот отменила. Стало как-то еще все более запутаннее. Пока что. Так, умерло мое существо, которое отменяло их усиление, и теперь оно усиленное. Так, этот у этого хелсов добавлено. Отлично, пробиваем четко. Да, но этот недобитый, мы с ним легко разберемся. У него нет усилений никаких. Тысяча 777. Увеличивает показатель атаки всех союзников на 100. А, просто на 100. Я что-то на 100% подумал. Так, ну и наборчики. Два косаря ДНК, ребятки. Ладно, на этом тогда все. Пошел я заварю себе горячего чайку. А потом, наверное, запишу дальше прохождение двух этих следующих турниров. Всем пока.